Следующая подсерия именитых Kicks Headshot, новая подсерия под названием N65. В отличие от Ешек, эти динамики примерно имеют такой же номинал, но разная магнитная система. Эти динамики имеют разный характер звучания. Кстати, обратите, клемники сделаны такие же, как у популярных тех же, допустим, Альфард Сильвестры. Данные динамики уже стоят где-то в районе 4000 рублей за пару, и помимо панча еще обеспечат нам интересное звучание по высоким. Данные динамики мы вкрутили в стенд, и давайте их сравним с эстрадными именитыми, так называемыми Pride Ruby Voice. И ценовая позиция, точнее ценовая категория примерно одна, и характер звучания похож. Поехали! Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie on me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy on me. You play me like nobody. Everything for me. You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum. You turn into your enemy. I see. I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe. Ну что, друзья, отметим, то по сравнению с прайдами, хедшоты, разница звучания у них есть. И даже, наверное, в сторону, на наш взгляд, хедшотов. Что-то новое, необычное. Хедшоты играют более собрано, что по, скажем, низкой частоте панч более хлесткий, что и вот по высоким реально приятней. Но тут каждый смотрит сам, кому что больше нравится. По нашему мнению, хедшоты очень как достойны внимания. Модель N65, кому интересно, 4000 рублей за пару.